Всем здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу поделиться, какой грунт я использую уже не первый год для того, чтобы попикировать свои растения. Это овощи, это петунии. В прошлом году я уже так пробовала, и мне понравилось. Поэтому, друзья, спешите купить еще грунт вот такой недорогой в Доброцене на 65 литров. Я приобрела такой мешок грунта за 165 рублей. Также плюс, ну, где-то около 30 рублей заправка для рассадных грунтов. Но эту приправку я добавляю, если я мешаю этот грунт вместе с своим компостом. Тогда я добавляла в прошлом году так свои горшки, то есть кашпо, где у меня росли петунии на улице. На клумбах. Также еще вот почва-брикет, который я использую. Это очень такой удобный способ привезти домой даже. Он такой легкий, на 8 литров. Компактный, мало места занимает в пакетике. Так что, милые женщины, это не тяжело. Если вы хотите вырастить, например, хорошую рассаду петунии. Вот, например, в том году и в позапрошлом году я использовала такую почву брикетную, я покупала именно для петунии. В этом году я не приобрела для петунии, надо было раньше искать по магазинам. Поэтому я такую вот использую почву брикет для крепкой рассады. Я думаю, это будет также не хуже. И вот все, я это тут заливала на 1,5 литра воды горячей, они постояли 10 минут. Эти брикетики, вот они спрессованные здесь. И все хорошо размягчается, влажное, получается рассыпчатый грунт. Вот. Также я хочу показать этот мешок, я высыпала, плюс вот такую почву брикет. Я все тут вот хорошо, тщательно перемешала. Вот такое у меня корыто большое. И вот с таким полным просто корыто, полное получается грунта. И что хочу сказать, в таком большом мешке грунта совсем мало таких вот палок. Обычно бывает такой грунт, открываешь, там много вообще вот таких вот палок. Здесь отхода вот таких совсем мало. Но я все равно использую это все на дно. Выкладываю, когда рассаду пикирую. Так что это тоже я использую в виде дренажа. И вот, друзья, поэтому спешите купить себе такой грунт. Получится вам 65 плюс 8, 72 литра грунта на 255 рублей. Я думаю, это не совсем дорого. Поэтому, друзья, вот я рекомендую. Обратите внимание, какой рассыпчатый грунт и какой влажный. Вот. Влажность тут прекрасна. Кстати, друзья, еще если есть желательно купить еще агроперлит для того, чтобы сохранялась больше влага. И также сюда хорошо его бы перемешать. Я просто, у меня есть, я вот решила сделать публикацию, забыла его поднести. Но сейчас я его буду засыпать и перемешивать. Вот и все, друзья, о чем я хотела с вами поделиться. Оставайтесь на канале. Кто еще не подписался, подписывайтесь, я приглашаю. И также ставьте пальчик вверх. Так мне будет приятнее с вами делиться. До новых встреч. Всем до свидания.